Я обычно не матерюсь, но я скажу по-честному, меня будет хуй. Что я играю с пати и разваливаю нубов. Вот просто вот так. Да, так и есть. А еще ты таксишь, понятно, все. Отличная карта для завершения игры. Да-да-да, давайте Мора, который ливнет. Ты что-то Буба не ливнул, я тебе так скажу. Ну, без преследователя. Он терпит. Терпила. Это Ирин. Вот хочу вот такие же мокровые штучки на штанишке. Кстати, очень редко. Такие. У нее выпад, кольцо и выпад, короче, зеленый адончик. Это просто бешеная херня какая-то. У нее выпад, наверное, на метр 10. Я говорю моровый. Моровый прикольный скин. У меня только оружие. Он очень редко попадается. Она так выглядит, она потолстела, я не знаю. А, вот даже так. Ой, на туннелить идет, походу, блин. Набрала пару килограммчиков. Нет, она не идет туннелить. О, горящий тотем в лачуге. О, хорошо, не ломать. Да это пожиралка, по-любому. Ну или проклятая. Не, могу по приколу чисто съесть. Он не горел там до этого, до того, как сняли. У меня нет игрушки. Ну так только игрушка. У меня нет ее. Переиграла. Да алло! У меня скилл-чеки не вылезают, а ген откатывается. Костян просто существует. В смысле откатывается? Я не знаю, у меня скилл-чеки не вылезают, а ген взрывается. Я сейчас съем порчу. Даже так? Я ну ешь, ну ешь, ну ешь, хорошо. Сейчас как проклятая будет, ух, вспоминать тебе буду весь стрим. А я все равно ранена. А я-то нет. А мы все ранены. Повод получить хит. Ну-ка, ставим ставки, пожиралка или проклятая? Ай, ёпта, пинг. Не, ну я далеко, я не успею. А не смерти не было, вы не видели с чем? А вот успеешь, нет, не успеешь. Ну у меня желтый фонарь, был бы фиолетовый, был бы шанс, а так? Он разве увеличивает радиус? Фиолетовый ты дальше слепишь, да. Кузняшка. А еще если берешь линзу, еще дальше слепишь. О, еще горячий-то там. Короче, да хорош! Остановись! Там же по-любому проклятая будет! Еще тотем! Она же реально его ест. Ням-ням. Локатор на тотем. Вы ее просто так не остановите. Тема, ты слышишь, как я его ем? Я вижу, у меня второй монитор. Назад, назад. Да тебе он пробежал нормально вообще, ген услышал. Конечно. Я тебе говорил! Благо ты первый сломала не тот, то есть у нее еще не смерть. Еще один можешь проклятый поискать, если тебе прям очень сильно интересует. Здесь и прям хочется. Я случайно нашла. Я пошла ген что-нибудь увидела. Ну точнее, я пошла за вкусняшку увидела. Так, а вы ее тут в коробочке чините же? А, мы, кстати, мы, кстати, здесь будем этот чинить. Ну давай полечимся. Во время проклятой самое то. Проклятой земли. Ну вообще все равно. Если что, я спинку могу дать 10 секунд. Я все вижу, я все вижу, я наблюдаю. Ничего не видишь, ничего не видишь. Я вижу. Полоска идет. Сработало, ребят. Нормально. Хитани, спасибо. Нифига. Ты неадекватно, уйди от меня. 10 секунд. Прикольно. Она нет, она ушла к экскаватору. Ты можешь меня поднять? Я тебя не могу поднять. Ладно, почему я. Почему ты не можешь меня поднять? Вот, ладно, вот сейчас. Давай. Вот если бы сейчас ты сбоку. Можно, да? Спасибо. А ген откатывать. А! Вика, тут нет палеты. Я потрогаю. Я вижу уже. У нее, кстати, начал, скорее всего, зов. Мне искажение потратилось. Это скорее всего зов. Ты! Отползай. Да куда тут ползать? Я сейчас отползу, а тут мурка. Капец. Туда! Спасибо! Я сейчас отползу, а тут... Понабрал своих фанатов в игру. О, привет. Вот тетя. Слушай, в этот раз ты повелась. Ладно. Все, за мной пошла. Если мы сейчас не будем чинить, мурка не успеет на стрим. Она слышит нас. Ну смотрите, окей. У него есть 9 минут, и у него очень плотно. Я не успею. Да, я не успела до палеты. Упав. Возможно, в open field хилиться не очень хороший. Капец, ты угораешь. Да чё она все при мне, да при мне. Не ливай, остановись. Она стоит. Она фейзит. Нет! А меня кто спасет? Кто-то прикалывался. Просто карма. Поднимайте стены в этот раз, ладно, все нормально. Оно развивается.
Я так понимаю, мне он уже не пригодится в любом случае в этой катке. Вы главное чините. Ну, только Саша, полечиться вам как еще. Чинить-то? Как? Да я вижу, как ты бегаешь. Сердечко болит, да? Да. Дудь. Она за кем-то пошла, но не за мной вроде. Ладно, на ХГ поднялась. Я попробую один раз. Не смей. Если бы ты спрыгнул, я ливнул бы, понимаешь, да? Да. Да, да, мы знаем. Вик уже бежит. Да, да, да. Нет, не бегу, я слышала, летит. Как она. Она стой, на стой. Короче, тут фонарь положил, я понял, что подберёшь. Нет, я не могу обучить, она меня пугает. Тебе страшно? Да. Не бойся, мы с тобой. В обратку! Да-да-да, да её видно, я не понимаю, маны, когда фейкают в этой конструкции, они реально не понимают, что их видно. Нет, ну... Ладно, нет, я кстати... тебе потом объясню как-нибудь, зачем они это делают. Так и вот, они это делают с целью ошибки Сурва, чтобы он запутался в кнопках А, Д, в какую сторону ему бежать, но не на всех это работает. Мне, кстати, кажется, Эльморова и Рин немножко меньше лагают. Нет, нет, это просто у нее у других аддоны могут возьми быть. Фонарик возьми, да. А? Что? Черканул эти. А у тебя там есть, ты что, угораешь, что ли? Вот там, говорю, на одно ослепление еще. Да там батарейка там, но тут... На одно, на одно. Я надеюсь, не важно жрать. Она идет сюда. Не самое время жрать, Вика. Я хочу кушать. Все равно взялась. Голодная. Ладно, Костян на починке. А у нее есть им не укрыться? Нету. Точно нету. А, у тебя искажение полное. Она тут же. У нее зов медсестры. Она рядом, не надо сюда идти. У нее только зов на ауру, и все. Она хочет. Я все, я все вижу. У нее сейчас ничего нет, только она ближе к 30 секунд. Я все вижу. Не подглядывай. Поверни второй монитор к стене. Тут дочили там прям вообще чуть-чуть. Мы другой чуть. Я в центр бегу, в мейн. У тебя есть театрик, да? Вик? У меня да. Викор, ты чего что-то где? Да-да-да, я уже туда назад иду. Тут же чинит кто-то, нет? Нет. Что произошло такого? Смотрите, такое сейчас, было? Сейчас гены будут щелкать, как орешки плюс. И второй. Пау. Сразу на ворота бежать. Потерялась. Да она все, она сюда летит. Это все, ребят, эта катка на YouTube пойдет, вот честное слово. Я вам даже так скажу. Где тебя бьют? Понял, вижу. Я невидимка. Ты же подглядываешь. Кулачуги открываю. Нет, меня видно! Вставляться? А зачем? Зачем? Вы просто да, спасете потом! Там же, там вообще процентов 20 у меня это было нормально. Ну не сразу же спасти, полечитесь! А кто здесь второй-то? Был еще кто-то? Никого не было, у тебя шиза. В глазах двоится. Да, уйдите просто подальше, полечитесь. На вас летит. Ой-ой-ой, у нее есть инфа, что мы здесь строим. Можно сейвить. Хорош. Побежали, бегу, побежали, открывать. Побежали. Открываю, запускаю, спинка, полетели. Спинка, спинка. Так вы все раненые, какие спинки. Через орех можно? Сейчас фейсить будет. А я просто щелкну. Нормально. Бедный Рин. Я капельку получила.